Это у нас место на базаре, где продаются разные саженцы. Вишня шпанка. Американка. Золотое восходное. Яблоко карликовое. Цыганка. Вишня карликовая. Даже липа продается. А это как называется? Это туя книжка. А, туя. Вот так растет. Все, понял. И это... есть пирамидальная сосна, которая до 7 метров 8 растет. Нифига. Это колоновидная. Это вы где взяли их? Они специально где-то выращиваете, это, да? Да, выращивается. А это как крымская? Крымская сосна. Крымская сосна? Это с чебучков вырастет. 3 метра, да, она вырастает примерно? 3 метра. А вот это, он побольше, 13 тысяч. Вот это, да? Да, тоже крымская сосна. А вот это почем? По 10 тысяч. По 10 тысяч. А вот туи почем? Вот эти по 7. По 7 тысяч, да? Это вот в обычном огороде можно посадить, да, она вырастет? В огороде, во дворе. Это же в фильмах я видел, такие прикольные, красивые. Это вы сами все выращиваете, да? Нет, это я покупаю. А, покупаете? Самой выращивать, только яблоки и груши выращиваю. Это вот, а есть типа вот цветы, которые посадил один раз и все, и они постоянно растут? Вот она, маргаритки постоянно, вонте, юка постоянно. Это не кактус, это юка. Юка? Цветущая, да, вот она, видите? А, сколько она стоит такая у вас? 5. 5 тысяч? В обычной земле, да, или в глине растет? Где она растет? Нет, в обычной земле. В огороде вырастет? Озеленение. Юка.